Как проявляется дефицит железа, на что обратить внимание? Ну, помимо классических проявлений анемического синдрома и сидропенического синдрома, анемические у нас что? Усталость, слабость, вялость, бледность можно тоже сюда отнести. Изменение вкуса, выпадение волос, слабость ногтей. Не выпадение, волосы секутся все-таки. Секутся, да, сечение волос, да. Ну и выпадение тоже. Так, на чем я... Линии Бо, помните, я в прошлый раз рассказывал? Линия Бо и вот шелушение тоже. Шелушение, да, сухость кожи, и надо вот пальцем провести по ногтю, если ноготь неравномерен. Линии Бо – это свидетельство тоже дефицита железа, точнее, это свидетельство гипоксии, на самом деле. Ну, да, ну, не так давно у меня был интересный пациент с зудом, у него ведущий симптом был, он даже почти единственный был, это зуд кожи. Он говорит, он чесался, он пришел сначала к аллергологу, аллерголог увидел анемию, и я направил ко мне, причем это был мужчина. Также не так выявился такой показатель, как обильность менструации. То есть это как замкнутый круг получился. То есть ЖДА приводит к обильной менструации, и наоборот, обильная менструация приводит к ЖДА. Да, это дочь из сада пришла. Я прошу прощения, сейчас бабушка ее займет. Пожалуйста, София, не мешай. Папа! Соня, тихо, идет урок. Тихо. Папочка. Ну и сердечная недостаточность, да, я думаю, Павлович, вы подробнее расскажете про сердечную недостаточность. Да, чуть позже. Ряд исследований. Я, наверное, в другую комнату сейчас сбегу и закроюсь там. Так, вот, да, убежала. Сейчас будет свет. Вот. Про сердечную недостаточность вы добавите? Да, чуть позже. Угу. А, ну, вот, собственно, такие. Ну, основные. Да, в общем-то, признаки дефицита железа – это сухость кожи, ломкость ногтей, секучесть волос, изменение вкуса, изменение патоосмии, когда хочется нюхать керосин и прочее, есть мел, патофагия, да, ну, такие классические признаки. Поэтому мы и смотрим за дефицитом железа. Хотя признаков вообще у дефицита железа очень много, и мы сейчас делаем систему опросника, ну, типа вот как у нас при ковиде, при постковидном синдроме, такой же опросник по железодефициту. Количество симптомов железодефицита, оно очень большое.